пред ангел Господень, который стоит над домом, сказал мне, что я хозяин дома. Скажи жене, пусть она не страшится никаких страхов. Я охраняю этот дом. Скажи ей, что в утробе ей третий – это сын. И потом, говорит, он увидел видение, что жена пошла на пастбище, повела, как ягнятка такие были показаны. Из каждого переулка выходили эти ягнятки. Он говорит, я до 10 досчитал и сбился. Они бегают, я сбился. И когда он мне рассказал это откровение, я его сразу не понял и начал с ним спорить. Я сказал, я вожу тебя последний раз, везу, ты разрушаешь мне веру. Твои откровения не подтверждаются с моим мнением. Откуда у меня 12 детей? Я даже не пропустил момент, что было сказано, что в утробе третий сын, а потом 10 ягнят, что у нас будет 13 детей.